15-16 спутников. Ну, думаю, будет больше их. Погнали. На взлет. Хочется, конечно, снять с отлетом от себя. Уж больно он верткий какой-то прям. Прям чересчур верткий. Вот его вроде на себя наводишь, снимаешь, а он это. Так, неужели я не снял вот эту красотищу всю? Слушайте, я летал, летал, я ничего не снял. Ну как вот подлянка опять очередная. Так, вот это вот, где я нахожусь, вот площадочка, та вот где-то. Какая-то вот просека, она видна старая. А вот это вот поворот на циркуль. Вот я от нее влево поехал по дороге. Вот разрушенные пятиэтажки подо мной вот эти. Вот, кстати, лысина, где я осенью запускал, вот та вот лысина. И вот там пойма циркуля, ее видно очень хорошо. Вот летел от точки где-то на полкилометра и высота 200 метров. Где я нахожусь. Ну, я больше не буду улетать. Тут ветер начинается потихоньку. И вот сейчас разворачиваю в сторону города. Это вот просеки всякие. Вот дачи видны. Вот карьеры там с дачи. И вон дымится. Вон она, ТЭЦ там или что. С трудом, ну, видно даже Амур. Кстати, если подняться, может быть, и Амуру видно будет. Ну, давайте еще поднимусь. У меня тут запас есть до 250. В принципе, я уже буду, вот видно Амур, там все, как бы. Вот там вот город, вот туда вот, если подаваться, это город. Красотища. Как вам сейчас круговую панораму сделаю? Чуть-чуть вниз горизонт. И пойдет. Ой, как быстро. Ой-ой-ой. Что это вот такой? Шустрый прям. Что-то нету ее. Остановиться.